Так выглядят новые марки. Здесь стадионы Волгограда, Ростова, Екатеринбурга и вот он, Самара-арена. Таких блоков в Самарскую область пришло 5100. В каждом из них по 8 марок. Это уже не первый тираж. Вот он, первый, прошлогодний. Здесь стадионы Сочи, Москвы и Казани. Марки с символикой Самары выпущены впервые за 30 лет, гасят их специальным штемпелем и только сегодня. Оттого особая ценность для филателистов. Украсить коллекцию таким экземпляром – большая удача. Через несколько лет стоимость марки многократно возрастет, но для любителей почтового искусства она важна как страница истории. Я расцениваю это как не вклад в капитал, а это как веха в истории нашего города, края. Как некий почтовый документ, который отражает это событие. Маркированный конверт может быть отправлен в любую точку мира. Почтовые знаки уже поступили в продажу. Цена одного – 21 рубль 50 копеек. Любая почтовая марка имеет гигантское значение, поскольку она имеет международное обращение. Она собирается с филателистами. Это еще один канал распространения позитивной, положительной информации о нашем городе. Что о нем знают, в нем есть такие замечательные объекты, есть такой замечательный город, и он, собственно, славится своими спортивными традициями. Мы еще на шаг приблизились к нашему мундиалю. Наш стадион, я считаю, является самым ярким, самым красочным, самым прекрасным таким эскизом, и который в 2018 году мы представим воочию нашим жителям, нашим болельщикам, всех, кто приедет сюда на чемпионат мира. Всего в России в этом году к чемпионату мира выпустили более 1,5 миллионов почтовых марок с изображением стадионов в городах-организаторах. А скоро увидят свет еще и почтовые знаки с лицами звезд российского и советского футбола. Марки этой серии войдут в оборот 29 сентября. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, «События».